Ребята делают базовый армирующий слой. Дом утеплен фасадным пенополистиролом на клей пены. Толщина пенополистирола 150 мм. Для базового армирующего слоя используется клей Церезит СТ-85 и фасадная стеклоканевая сетка Балтекс Еврофасад 2000, 165 грамм на метр квадратный. Как видите, диагональные косынки по углам оконных проемов втопленные, откосы. Да, пенопластик совсем тоненький, я смотрю, Паш. На откосах здесь сколько, сантиметр, да? Сантиметр-полтора. Да. Только на клей пену такой приклеишь, больше никак. Больше никак. Мостами краска будет. Откос. Ну да. Не толстая никак, она ломается. Угу. 3 сантиметра никак не клеишь. В окно выходишь прямо. Ну всегда так, когда реконструкция дома, реконструкция фасада. Сверху ты заранее топил, и здесь продолжаешь базу. А эту базу вы сегодня, вчера сделали наверху, на втором этаже? Вот это? Да. Сегодня? Сегодня? Ага. Ну вы, да, любители в 6 утра встать. Нанесение клея Церезит 185 перед втапливанием фасадной стеклотканевой сетки. Шпатель как лезвие. Сетка втапливается. Это ноги, поэтому не резать.
структура сетки все равно видна. Поэтому потом перетяжка более жидким слоем клея производится. Не хватает клея, да? У Артура внизу есть. Он поможет. Гуманитарная помощь. МЧС. Видишь, Артур, лишний дал. Не рассчитал. Раствор лишний не бывает, Денис. Всегда нужно. Есть куда его использовать. Всегда нужно. А у тебя набор обрезков как раз, да? И все сейчас обрезки уходят. Новый плохо? Да, а как они? Приходится ножом. Да. Ну, Артур уже старый, поэтому у меня старый уже нету. Железо вот отсюда. Угу. Самое главное, чтобы нахлёст был больше 100. Как видите, сетку можно располагать в любом порядке. Артур сейчас делает нахлёст, помните, где сетка была закончена. Нахлёст по вертикали. Помочь?
Народ вечно спрашивает по поводу настила. Почему там? Просто неудобно. Лишний настил лесов тоже мешается, так ведь? Лишний настил лесов тоже мешается. Ты его, соответственно, ставишь только наверху. А здесь переставляешься. А здесь вообще нету, на первом этаже нигде нету. Вот это все время, пока двигаешься, пока туда-сюда. Раз, один день собирал, все, целый месяц уже прыгаешь. Как хорошо, наверное, как на воздух, на полу. Так, прервусь, продолжим в следующей части.